Первое стационарное отделение Люберецкой областной больницы – самое крупное в округе. Оно включает в себя сосудистый центр и 10 профильных подразделений. О работе врачей, узких специалистов и возможностях получения медицинской помощи для пациентов расскажут мои коллеги. Сосудистый центр пациентов с инсультами и инфарктами миокарда привозит ежедневно. Неврологическое отделение для больных с острым нарушением мозгового кровообращения рассчитано на 60 коек. Такое же количество пациентов может единовременно находиться на лечении и в кардиологическом отделении. За год в сосудистом центре оказывают экстренную медицинскую помощь нескольким тысячам больных. Компьютерный томограф с помощью рентгеновских лучей позволяет нам проводить полноценную диагностику всего тела человека и выявлять самые различные спектр патологий от острых воспалительных до хронических, онкологических. Например, диагностировать самые частые инсульты, пневмонии, какие-то онкологические процессы. Весной в отделении открыли кабинет магнитно-резонансной томографии. Аппарат МРТ делает изображение с большей четкостью и детализацией и позволяет выявить заболевания на ранних стадиях. Теперь ремонтируют помещение, в котором установят современное рентгеноборудование и второй ангиограф. Здесь будут проводить диагностику сосудов не только в экстренном, но и плановом порядке, чтобы предотвратить возникновение инсульта. Еще до возникновения инсульта при диспансеризации выявить бляшку в брахиоцефальных артериях и эту бляшку таким образом, за счет стентирования, купировать, то есть устранить ее. В случае с Валентиной Леонтьевой предотвратить рецидив заболевания удалось. Женщина почувствовала недомогание и пришла в поликлинику по месту жительства. По всем симптомам – подозрение на ишемический инсульт. И врачи немедленно приняли решение об экстренной госпитализации. 3-4 дня, и я уже прямо ожила. И глотать хорошо стало, и это. Ну, во всяком случае, спасибо им всем. Сестры внимательные до предела. Нянечки, вообще благодарность безысходная. А за врачей речи быть не может. Спасибо. В больнице большое и эндоскопическое отделение, где пациентам проводят своевременные исследования органов брюшной полости и легких. На высоком уровне выполняют малоинвазивные операции. Современная технологическая аппаратура, формат видеоизображения HD, что позволяет очень хорошо рассматривать структуру каких-то образований, полиповидных образований. Есть специальный НБА-режим узкоспектральный, да, для выявления более детальной структуры каких-то патологических структур, язв, полипов, новообразований. Лечение онкологических заболеваний, артрозов и артритов пациенты проходят рядом в радиотерапевтическом отделении. Сеансы лучевой терапии на самом современном оборудовании проводят в процедурном кабинете. Возраст не является противопоказанием для проведения лучевых процедур. Основным показателем является гистоморфологическое подтверждение злокачественной опухоли. Гистоморфология – это состав клеток, из которых состоит опухоль. За год в профильных подразделениях первого стационара Люберецкой областной больницы проходит лечение более 5000 жителей округа, средний возраст которых от 50 до 60 лет. Цена усилий медработников – продление жизни пациентов. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.